Донорство – это неотъемлемая часть моей жизни. Решение стать донором я принял 2 года назад и с того момента постоянно, когда имеется возможность, сдаю кровь. Я рад, что моя кровь кому-то нужна, и тем самым я могу кому-либо помочь. Иногда бывает такое, что звонят со станции переливания крови и говорят, что именно мой фенотип, именно моя кровь кому-то нужна. И я бросаю все, еду на станцию переливания и сдаю кровь. И это очень здорово, когда ты не только по долгу своей службы, но и добровольно в быту помогаешь людям. Донорство, соответственно, конечно же, вносит коррективы в жизнь. Оно заставляет планировать какой-то распорядок, вносить периодичность сдачи крови. Для тех, кто еще не является донором, могу сказать, что кровь сдавать может практически каждый. И ваша кровь, она иной раз может очень помочь людям. И когда ты помогаешь людям, и на душе становится приятно и радостно.